8 марта – это первый весенний праздник, символизирующий надежду, любовь и красоту. Торжественное мероприятие для милых дам прошло накануне праздника в областном центре. На концерте глава региона вручил награды выдающимся женщинам Верхней Волжи. В их число попали многодетные матери, а также профессионалы своего дела Ирина Максимова с места событий. Наталья – многодетная мать, у нее 5 детей. Старшему ребенку 19 лет, младшему 2 года. Женщина поделилась, что у нее с детства была мечта иметь большую семью, и она осуществилась. В этом году нашей семье исполняется 20 лет, у нас своего рода такой юбилей. И за эти 20 лет в нашей семье появилось 5 ребятишек. Все по очереди, так как сама учитель математики, все планировали и рассчитывали. Мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик. От мал до велика, старшему 19, младшему 2 года исполнилось. В преддверии Международного женского дня Наталья была удостоена награды. Глава региона вручила женщине почетный знак Тверской области «Слава матери». А Светлана Меньшакова большую часть своей жизни посвятила медицине. На сегодняшний день в сфере здравоохранения она работает более 40 лет и уделяет ей практически все свое свободное время. Даже на праздничном мероприятии поделилась мыслями о том, какой рывок сделала сфера гематологии. За последние лет 15 гематология просто огромный рывок, потому что лечить начали моноклональными антителами. Выполняют трансплантацию костного мозга больным с системными заболеваниями крови, что увеличивает продолжительность жизни тех больных, но мы об этом даже не мечтали, которых раньше, конечно, не выздоравливали. В торжественной обстановке врачу-гематологу было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В этот же день на сцене были вручены благодарности и награды двум десяткам представительниц прекрасного пола, которые заняты совершенно в разных профессиях, после чего глава региона поздравил тверичанок с наступающим праздником. Я хочу поблагодарить не просто за труд, а за ваши старания на благо нашего региона, всей нашей страны. От имени мужчин Тверской области я поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам весеннего тепла, праздничного настроения, любви, добра и счастья. Пусть родные и близкие люди всегда дарят вам радость, окружают вас заботом и вниманием. С праздником вас, дорогие наши друзья! Завершающим подарком стало выступление творческих коллективов.